Более 200 делегатов со всего Краснодарского края в новом для себя формате. Внутрипартийные дискуссии проходили на 4 площадках. Общий посыл – партии необходимо идти в ногу со временем, отвечать на различные вызовы, соответствовать ожиданиям избирателей. Мы считаем, что сегодня у «Единой России» есть много возможностей работать более результативно. Самая главная задача – не обещать невыполнимого. Мы не рассчитываем управлять государством на автомате, как принято говорить. Вот один раз нам доверили, и мы будем продолжать пользоваться этим доверием и дальше. Этого никогда не произойдет, потому что партия до тех пор будет пользоваться уважением избирателей и всех жителей, пока она будет четко выполнять все, что обещает. Партийные проекты по строительству и ремонту спортивных объектов, культурных и образовательных учреждений, благоустройства, в том числе программа «Комфортная городская среда», должны стать бессрочными. В том, что касается курортных городов, прозвучало предложение снизить налоговую нагрузку для детских здравниц на межсезонье, а также создать в крае единый календарь событий, интересных для туристов. Нужна, в принципе, идея, нужна цель, нужны задачи, нужна активность. Владимир Атаманюк родился в украинском селе, окончил школу в Анапском районе. После службы в армии и до поступления в Ярославское ракетное училище работал на Донбассе слесарем. Был в числе тех, кто в начале 90-х последовательно противостоял вооруженным националистам. По его мнению, партии нужно больше ярких лидеров. Эти лидеры, они должны светиться как лидеры партии, которые должны провозглашать политику партии, которые должны разъяснять эту политику партии, которые должны генерировать вопросы все в работе нашей партии. Лидеров нужно искать, в том числе и через процедуры предварительного голосования, а их, в свою очередь, проводить не только с участием активистов, а выходить на предприятия. С другой стороны, партийцы напомнили, что речь идет об организации, которая берет на себя ответственность за страну. Логично, что члены этой организации должны являться примером жителей всей страны. Конкретные направления нами определены: интеллигентными, сдержанными, воспитанными, дипломатичными, отзывчивыми, компетентными в различных вопросах, энергичными, инициативными. Это основные направления. Партийных лидеров предлагают выявлять на площадках в интернете, а в руководстве краевого отделения рекомендуют соратникам, общаясь в социальных сетях и на форумах, помнить о своей гражданской позиции, быть последовательными, продвигать идеи партии, знакомить с интересами и повесткой дня. Все предложения направят в центральный аппарат для обработки. Возможно, что часть из них прозвучат на аналогичной дискуссии в рамках предстоящего съезда в Москве. Решили также, что проводить такие мероприятия нужно чаще, без привязки к глобальным партийным событиям. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.